Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале о вкусной и полезной еде. И сегодня мы приготовим кабачковые оладьи со сметанным соусом. Кабачок – дальний родственник тыквы. Кулинары ценят за легкий и нежный вкус. В нем мало калорий, и это отличное решение для тех, кто сидит на диете и хочет избавиться от лишних килограммов. Для приготовления кабачковых оладий нам понадобится 2 кабачка среднего размера, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Для сметанного соуса возьмем стакан сметаны, 10 грамм сахара, 1 желток яйца, сваренного вкрутую, 2 чайные ложки лимонного сока, чайная ложка горчицы, соль и перец по вкусу. Для начала почистим кабачки. Удалим кожу и плодоножки. Если у вас кабачки зрелые, также удалите семена. Возьмем терку и натрем кабачки на мелкой терке. Кабачки натерты, удалим лишнюю жидкость. Сейчас возьмем отдельную миску, взобьем яйца. Соль и перец добавляем по вкусу. Немножко. Добавляем к протертым кабачкам яичную смесь, муку и все тщательно перемешиваем. Предварительно разогреем сковородку. Жарим кабачковые оладьи на растительном масле по 5-7 минут с каждой стороны. Пока наши оладьи жарятся, приготовим соус. Возьмем желток и в отдельной миске разотрем его с сахаром, солью и перцем. Добавим сметану. Горчицу, все хорошо перемешаем. Соус станет приятного золотистого цвета. Выжмем лимонный сок, буквально пару ложек. Вот так вот. Еще раз все перемешаем, и наш соус готов. Переворачиваем наши оладушки на другую сторону. Следим, чтобы они не подгорели. Наши оладьи готовы. Выкладываем их на тарелку и подаем к столу со сметанным соусом. Легкие, нежные кабачковые оладьи со сметанным соусом готовы. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч!